Каково положение грехов, которые я совершил до принятия ислама? Ислам стирает грехи, которые были до этого, за исключением прав людей, которые были нарушены и должны быть восполнены. Что мне делать после того, как я произнес свидетельство? Желательно совершить полное омовение, гусль, то есть искупаться. Зачем нужно купаться? Ислам призывает как к очищению души, так и к очищению тела. Хорошо, как именно нужно купаться? Вначале намереваетесь сердцем взять полное ритуальное омовение, гусль. Говорите «бисмилля», затем моете все тело и полоскаете рот и нос. Что потом после омовения? Когда наступают времена обязательных молитв, вы совершаете молитву с позволения Аллаха. Мне будет трудно совершать молитву, так как она содержит слова и действия, которые я еще не освоил. Ислам – это религия легкая, а не религия затруднений. Поэтому вся хвала и милости принадлежат Аллаху. Он не возлагает на душу того, что ей не по силам. Делайте то, что можете, и стремитесь довести до совершенства ваше поклонение.